Компактная мясорубка 2 в 1 с насадками для приготовления колбас и кебе. Сегодня в видео рассмотрим мясорубку Redmond, модель RMG1229. Комплект состоит из моторного блока, рабочей камеры, лотка, толкателя, шнека, ножа, прижимной гайки, двух решеток для фарша, насадки для домашних колбас, насадки для кебе, а также инструкции с гарантийным талоном на 1 год. Корпус мясорубки сделан из пластика в черном цвете. Модель очень компактная, всего 11 см в ширину, 18 в высоту и 21 в глубину. Она не займет много места на столе и легко поместится в кухонный шкаф. Сбоку расположена кнопка включения и активации режима реверса. Он понадобится, если мясорубка засорится мясными прожилками, провоцируя застревание вала. Лоток тоже сделан из пластика, на нем можно заранее разместить нарезанные продукты. Под корпусом есть прорезиненные ножки, чтобы мясорубка не скользила по поверхности стола во время работы. Теперь посмотрим на насадки. Для прокрутки мяса предусмотрены две решетки из шлифованного металла с отверстиями диаметром 5 и 7 мм для средней и крупной рубки соответственно. Еще есть насадка для кибе и насадка для приготовления колбасок и сосисок. Максимальная мощность мясорубки до 1340 ватт. В минуту она может переработать более 1,5 кг мяса. Без перерывов мясорубка работает 5 минут, затем нужно сделать 15-минутную паузу, чтобы двигатель остыл. Благодаря защите от перегрузки мясорубка автоматически отключится, если перегреется. Металлические детали, контактирующие с продуктами, производитель рекомендует мыть в теплой мыльной воде. Пластиковый лоток, толкатель, насадки для колбас и кебе можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов. Что в итоге? Redmond RMG1229 подойдет тем, кому нужна мясорубка для дома, а также устройство для набивки колбас и кебе. Благодаря компактным размерам она не займет много места даже на маленькой кухне и будет удобна в перевозке. У этой модели пластиковый корпус, простое управление, функция реверса и 4 насадки.